The Новости. Праздничный стол к Новому году на 4 персоны обойдется жителям Подмосковья в 4-5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области. На сумму в 4663 рубля жители региона смогут приобрести порядка 20 наименований продуктов. Это фрукты, овощи, мясо птицы, красная икра, хлеб, колбасы, сладости, алкогольные и безалкогольные напитки. А также все необходимое для приготовления традиционных салатов оливье, сельдь под шубой и мимоза. В Балашихинскую ЦРБ приняли 6 новых врачей-хирургов. Они будут работать в детском отделении больницы. 4 человека – это опытные доктора, прибывшие к нам из других регионов. Также доктор-травматолог, который долгое время оказывал квалифицированную помощь людям с травмой кисти, владеющие микрохирургической техникой. Хирурги заметно усилят действующий коллектив детского отделения. На стационарное лечение здесь могут разместить 57 человек. Еще 45 детей готовы принять педиатрическое отделение. В 2019 году там открыли добрую комнату. Эта комната оборудована здесь круглогодично, несмотря на отключение профилактические, бывает горячая вода. Здесь пеленальный столик, кровати нового образца, вот, шкафчики и множество игрушек, которые мы получаем. Комната предназначена для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там они могут проводить время в ожидании приема специалиста или играть. Розничную продажу пива в магазинах, которые расположены в жилых домах, ограничили в Московской области. Соответствующий закон приняли в четверг депутаты Мособлдумы. Закон ограничивает торговлю пивом, пивными напитками, сидром и медовухой. Ограничения также коснутся торговли алкоголем на разлив в нежилых, стройных и пристроенных помещениях многоквартирных домов. Власти уверены, что такое решение заставит граждан задуматься о здоровом образе жизни. The Новости.